Там. Предисловие. В разгаре крымское лето, которого так долго ждали. Жарища стоит неимоверная. Вот, кстати, привет Татьяне Федоровой. Она зимой мне писала, что Серега, часто звучат слова холодно. Я скажу так, я не жаловался, я констатировал, что реально, когда поднимались на ту или иную вершину, было реально холодно. Вот, и сейчас я не жалуюсь, я констатирую факт, что наконец-то пришло лето, и жарища стоит неимоверная. Вот. Иду в ущелье Яузлар. Что я там забыл в этот раз? Значит, есть такая пословица, куй железо, пока горячо. Как она касается сегодняшнего похода? Мы с Мишей, привет Михаилу Кузину, кстати, мы с Мишей ходили на верхние водопады ранней весной, вот, и не смогли пробраться к верхнему, дошли до точки, где риск был настолько понятен, риск для жизни, что мы просто взяли, развернулись и ушли, вот. Сейчас пока подсохло, то есть на реке воды такой нет, скалы сухие, проще найти, как взобраться к верхнему водопаду, то есть прощупать эти скалы с меньшим риском для жизни. Вот. Поэтому сегодня я и попробую найти путь к верхнему водопаду, чтобы через полгода, там через год, когда это придет, тот момент, когда мы пойдем в очередной раз, когда будет сильный водоток, вот, чтобы уже знать наверняка, как туда идти. Это будет просто сегодня разведка боем. Оставайтесь на канале, будет много интересного. Пойдет все время вверх, то есть надо понимать, что водопады падают сверху вниз, а не снизу вверх. Я вот ловлю себя на мысли, пами, папоротники, как в первобытном лесу. Ловлю себя на мысли, зайцы живут 8 лет, они всю жизнь прыгают, живут 8 лет. Собаки всю жизнь бегают, а живут всего 15 лет. Черепаха нифига не делает, живет 150 лет. Тут я думаю, опаньки, надо отдохнуть. Вот первый окаменелый куст коралла со дна океана Тетис. То есть отчетливо видно. Вот уже водопад верхний Яузлар, который над первым мостиком, он пересохший абсолютно. Хотя, может быть, выше вода и будет. Ванн хватает, было бы желание купаться, но это по пути назад. Это вот оно, вот сюда я и приду. В
вот, при большом удивлении, еще водопад здесь функционирует. И хоть напоры не настолько большой, как хотелось бы, но тем не менее, это есть водопад. Поднимаюсь все выше и выше. Вот дошел до скального навеса, такой вот грот надо мной нависает, огромный валун. В непогоду здесь, конечно, от дождя укрыться можно. А сейчас вот прямо при выходе вот такая вот чудесная ванная и глубокая при том. Виды, конечно, здесь открываются прекраснейшие. И вот такая вот купель животворной, животворящей водой, глубокой. Достал из рюкзака семечки. Читаю, семена подсолнечника. Так я вот думаю, подсолнечника или подсолнуха, как правильно? Это вот как шишка елевая или шишка еловая. Вот как правильно. Здесь все сплошь и рядом в окаменелостях. Здесь окаменелости везде. Ну, чтобы отыскать что-то интересное, понятно, нужно время. Также можно найти интересные образцы минералов. И вот даже при беглом осмотре можно, в глаза сразу бросаются кораллы. То есть можно найти интересные экземпляры. Повторюсь, при беглом. А если поискать, конечно, можно найти что-то и довольно-таки интересное. Вот кораллы встречаются всевозможных размеров и форм. Куст кораллов. Путь лежит еще выше, дальше туда. Хорошо. Джакузи. Ух, хорошо.